В учреждениях соцзащиты трудится около 500 ленинск-кузнечан. При этом охват населения различными мерами социальной поддержки составляет более 36 тысяч человек. Ежегодно вводятся десятки новых пособий. Их оформление с учетом всех тонкостей законодательства тоже ложится на плечи соцработников. Появляется все больше категорий людей, которые имеют право на социальную поддержку и реализуют это право также с помощью социальных работников. Глава Ленинск-Кузнецкого городского округа Константин Тихонов поздравил работников социальной сферы с их профессиональным праздником и 30-летием социальной службы России. Это праздник самых добрых, ответственных людей, чье умение и желание помогать превратилось в неотъемлемую профессиональную черту. Именно самоотдача сил, своего внимания, времени, труда делает вас, уважаемые социальные работники, ценнейшим ресурсом государства для решения проблем наименее защищенных категорий населения. Благодаря вашему профессионализму служба социальной защиты успешно выполняет свои задачи на протяжении вот уже 3 десятка лет. В социальной сфере работают профессионалы своего дела с многолетним стажем. Ведь на работу в службы социальной защиты приходят люди, изначально готовые делиться своей добротой и знаниями. В социальной сфере Ленинска-Кузнецкого тоже есть свои династии. Так, общий трудовой стаж семьи Власовых – 8 человек, 106 лет. Родоначальник династии – Татьяна Власова, проработала в системе социальной защиты населения 31 год. По ее стопам пошли мы все вместе, дружной семьей. Заловки, сестры, племянницы. Прежде всего, это зов сердца, потому что простых людей в нашей сфере не бывает. Если уже пришли, то задержались здесь навсегда. На торжественном собрании говорили о роли социальных работников в борьбе с волной коронавируса в 2020 году. Тогда были брошены все силы и средства на помощь тем, кто в период самоизоляции не мог приобрести себе продукты и медикаменты. Сотрудники социальной сферы, ветераны соцзащиты, отмечены областными, городскими и ведомственными наградами. Главная же награда, говорят виновники торжества, это искренние улыбки их подопечных. Анна Шурко, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.